Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск, район вокзала. Смотрите, какая у нас новинка. Коза дереза на козьем молоке. Горчичное укрепление, густое масло для волос. А это репейное питание и крапивное увлажнение. Густое крапивное масло на основе козьего молока с провитаминами В5, березовыми почками, лецитином. Отлично. Так, репейное, тоже на основе козьего молока, с ромашкой, крапивой, эластином, восстанавливает волосы уже после первого применения. И горчичное, на основе козьего молока, с настоем лопуха, шалфея и коллагеном, укрепляет волосы после первого применения. Легкая текстура масла глубоко проникает во все слои волос, уплотняя и укрепляя их изнутри. Я все равно, кроме вот этого кондиционера, пока Fix Price вообще лучше не нашла. Отличный кондиционер. Крем для рук. Я сама. Выгодная покупка 110 мл. Делает кожу мягкой и нежной. Повышает упругость. 51 рубль. Крем, мыло, Лесная Поляна, молоко и мед, нежная забота. 55 рублей, 5 по 75 граммов. Не забывайте подписываться на канал. Подписывайтесь на мой другой канал. Людмила Кравченко Лайф. Там тоже очень много интересного. Ссылка на этот канал будет под видео в описании. А вот какое детское мыло. 200 грамм. Цену не нашла. Такое мыло детское с кремом. 55 рублей. 5 по 75 грамм здесь. Сумка для документов. За 199. Расцветки разные. Та была как бы под золото. Это под серебро. И даже какой-то металлик. Есть черный. И вот такой голографический. Заглянем внутрь. Подкладка. Кармашков никаких нет. Ну, для документов, я считаю, приличная сумка. Еще сумка. За 199. Большая сумка. Без подкладки. Это уже плохо. Вот так вместительная. Большая вместительная. Есть серые. Есть синие. Разные. Состав полиэстер и нейлон. Еще сумка. Смотрите, какая текстура, как плетеная. За 199, тоже большая. Вот если ладошку поставлю, видите, какая она большая. А еще есть под бронзу или под золото, даже не пойму, какой цвет. Такие вот эти вот интересные сумки. Давайте посмотрим, есть подкладка или нет. Да, здесь есть подкладка, это уже хорошо. Вот эта сумка лучше на той, конечно. Полиэстер, ткань, нейлон и сталь. Изготовлено. На канале Людмила Кравченко Лайф у меня вышло сегодня видео, вернее вчера, расхламление вот с такими коробками. Как я в шкафе купе разместила эти коробки. И хочу предупредить, если кто-то будет брать, то у меня все коробки, рисунок вот у велосипеда был вот такой, а одна коробочка попалась, рисунок вверх тормашками. Ну ладно, я не стала уже нести. Просто имейте в виду.
Ссылка на это, вернее, на этот канал у меня будет под видео. Смотрите, какая маска. Заполнение морщин, антипигментация, заряд энергии. За 99. Смотрите, желтенькая и такая вся блестящая. Не содержит парабенов, силиконов и минерального масла. Основа маски – апельсиновая кислота. А это разглаживает, тонизирует и увлажняет. Голубая тоже блестящая. Для сухой, ослабленной, усталой кожи. А здесь уже лечебные свойства алоэ. А там я не посмотрела, для какой кожи. А здесь для комбинированной. И еще одна. Лифтинг эффект, эластичность и упругость. Взять, что ли, такую? Я вообще не пользуюсь. Вот, для зрелой кожи. Сейчас такую возьму. Для всех типов кожи. А здесь у нас, благодаря высокому содержанию полисахаринов и минералов, экстракт орхидеи в составе маски. Вот такую сейчас возьму. А потом на том канале я попробую показать, как я ее наношу. Смотрите, пилочка для ногтей, для маникюра и педикюра за 55 рублей. Я такую не видела. Мне кажется, это новинка. И вот еще. Ну, вот это, мне кажется, была. Тоже для маникюра и педикюра. Тоже за 55. Здесь 180 на 240. А это черная 150 на 220. И уже другой фирмы. Пилочка для ногтей 220 на 240. Смотрите, еще новинка. Лофт, контейнер навесной для кухни, на дверь. Мне всегда кажется, что вот так, если повесить, то дверь оттянется. За 99. Изготовлена из полипропилена. У нас в двух цветах. Белый и вот такой темно-серый. Смотрите, какие привезли банки. Три банки. Две одинаковые, одна большая. Две маленьких и одна большая. 149 рублей. Две штуки по 0,5 и одна литровая. Изготовлены из полипропилена. У нас в трех цветах крышки. Очень удобно складировать. Видите? Можно ставить друг на друга. Здесь есть отверстие, а здесь есть желобок. Удобно хранить. Горшки для цветов с поддоном. Смотрите, какие большие. Это больше ящичек. Есть зеленого цвета. И есть коричневый. Поддончики. Бульонница с ручкой 500 миллилитров. Смотрите, какая красивая ручка. Вся резная. Симпатичная. За 77. А еще такая, тоже 500 миллилитров. Это изготовлено из фаянса. И это из фаянса. Чашка 300 миллилитров. Смотрите, как красиво. 51 рубль. Стаканы. Стакан высокий 295 миллилитров. Миллилитров 77 рублей. И 345 тоже 77 рублей.
Огромный салатник, 2,45. Если не покушаешь, мне кажется, не поднимешь. Очень большой, с гранями. За 199. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. И не забывайте нажимать на колокольчик. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.